Новая Каледония с высоты птичьего полета. Сказание о территории. Режиссер Яник Шар. Существует планета Марс. Но также существуют и пейзажи розовых гор в южном полушарии планеты Земля. Разница в наличии признаков жизни и следов человеческого присутствия. Далекий парусник, ветряки, разрозненные признаки присутствия человека. Мы именуем ее территория. Территория или же Кайю, потому что так мы наиболее часто называем Новую Каледонию. И еще много разных слов, употребляемых в отношении этого необычного края. Как будто бы в этой микроскопической части метрополии есть свой собственный словарь. Итак, слово на букву «К» — «кальдош», означающее «белых уроженцев Новой Каледонии, населяющих горные районы острова». В большинстве своем они занимаются разведением скота, а в свободное время предпочитают охотиться на оленей, которые здесь водятся в изобилии. У них до сих пор сохранился этот дух первооткрывателей. Они должны быть близки к своим соседям-австралийцам. Они даже похожи. Кальдоши заняли значительные территории, огромные ранчо разбросаны по всему острову. Порт Нумеа на юге острова они превратили в свою столицу. Бесчисленное количество спортсменов на берегу океана, собор, красивые районы, красивые дома. Перед нами Нумеа, очень западная и очень белая. Также на букву «К» слово «канак». Оно означает коренного жителя Новой Каледонии. Чаще, чем в деревнях, племена канаков можно встретить в лесах, в особенности вдоль побережья, именуемого «забытым берегом». Нет сомнения в том, что, увидев эти островки, эти холмики, сложенные из розоватой земли, Джеймс Кук сказал себе: «Это мне что-то напоминает. Похоже на Шотландию, восточный берег со стороны района Хайлендс». Вот так родилось название «Новая Каледония», по аналогии с побережьем, находившимся практически в 20 тысячах километров отсюда. В остальном — такие же просторы. Правда, за исключением одной детали — цвета земли. Эта область представляет собой огромный горный массив с шахтами и следами тяжелых машин. С севера на юг горы большой земли, перепаханные бульдозерами, разделены на террасы. Никель. С тех пор, как здесь обнаружили этот минерал, жизнь острова изменилась навсегда. В общей сложности на шахтах 1/10 добытого в мире никеля приходится на шахты Новой Каледонии. Le
Котировки никеля делают здесь погоду. Последние годы все идет хорошо, и заводы по выплавке никеля появляются и на юге, и на севере острова. Это месторождение Горо. В него были вложены миллиарды евро инвестиций. Вскоре из породы будут извлечены миллионы тонн никеля. Никель доставят в порт для транспортировки, однако останется один тонкий вопрос. Как все сочетать? Как найти баланс? На некоторых участках побережья, в особенности на западе, коралловый риф расположен всего лишь в нескольких сотнях метров от суши, как здесь, рядом с местечком Бурай, рядом с проливами Поя. На Новой Каледонии много лагун, которые протянулись почти на 800 километров с севера на юг. Здесь бы здорово понырять, однако это запрещено. Эти тропические лагуны и коралловые рифы – одни из самых протяженных в мире. Здесь уникальная флора и фауна. И здесь же бурное развитие индустрии. Скоро тут появятся каналы для прохода кораблей, груженных рудами, добытыми в горах. Тяжелая промышленность против наследия человечества. Никель против кораллов. Просто задумываться об этом недостаточно. Вблизи от рифа, рядом с проливами, которые не были раньше отмечены на неточных картах, останки кораблей, которые тоже когда-то возили никель. Сегодня это еще один заметный след промышленной экспансии. Но вернемся к нашему новокаледонскому словарю. На букву «А» — араукария колоновидная. Это хвойное дерево, растущее вдоль берегов, на «ты» с облаками. Самые высокие араукарии достигают 50 метров. Араукария – символ этого края. Название острова Пен от английского «остров сосен». 2 часа на лодке от порта Нумеа, на юг от Большой Земли, и вы ощутите аромат Полинезии в этой части океана. Менее суровые, чем Большая Земля, острова Пен — что-то вроде витрины Новой Каледонии, обложка туристических проспектов. Любопытно, но практически сразу после завоевания острова французами во времена правления Наполеона III он превратился в каторгу. Кладбище ссыльных хранит воспоминания о каторжных лагерях. Осужденные избежали ссылки на Гвиану, но оказались еще дальше от метрополии, в тропической тюрьме в тени араукарий. Официальный предлог — увеличение населения Новой Каледонии. Позднее, значительно позднее, другие осужденные, отбывавшие наказание в Новой Каледонии, решили здесь обосноваться. Край кажется богатым, земли достаточно, остается ее только возделывать. Настоящая удача. А еще позже к детям и внукам первых колонистов присоединились другие французы, на сей раз приехавшие из Алжира, ставшего французским. Они начали новую жизнь на земле, не знавшей конфликтов.
Здесь горы, леса, огромные фермы. А там, в океане, в сотни километров к востоку, другой мир. Кажущаяся нега и спокойствие. Перед нами архипелаг Луайоте. Это остров Увиа. Здесь четверть века назад произошли события, ставшие тяжелым воспоминанием для Новой Каледонии. Увиа — это атолл. Он удивительно красив. Кажется, что мы в Полинезии. Остров, кстати сказать, населен выходцами с острова Уоллис и, конечно же, меланезийцами. Увиа прекрасная, твой день и твои сумерки. Мятежный, ненавидимый святой остров. Небесные темы ему не чужды. Островки, уходящие в океан, называются Плеядами. Слово, в котором есть и смысл, и поэзия. Плеяды. В Новой Каледонии, которую также называют Канакия, в этом мире наоборот, в море звезд водоворот.